Здравствуйте, меня зовут Олег. Я сейчас коротко, в двух словах, расскажу, как выбрать для своих нужд водяной полотенцесушитель, какие фитинги и переходники для этого необходимы, чтобы вы могли прийти в магазин, спокойно объяснить продавцу, что вы хотите и куда вы хотите его установить и на какие трубы. Водяной полотенцесушитель. Вы можете в магазине выбрать любой, какой вам нравится полотенцесушитель. Выбор в настоящее время их огромен. Бывают хромированные, крашеные, синие, белые, какие угодно, оцинкованные, все, что вам угодно. При покупке полотенцесушителя обращайте внимание на комплектацию. То есть полотенцесушителя должно быть все, согласно списке. Полотенцесушитель должен быть упакован в картонную коробку. Это гарантия того, что на нем нет ни царапин, ни каких-то вмятин, ни каких-то внешних повреждений. Далее. При проверке полотенцесушителя с верхней его части есть две заглушки. Не поленитесь, с продавцом их отпустите. С одной стороны находится клапан для стравливания воздуха под отвертку. С другой стороны должна стоять глухая заглушка. Обязательно. Проверьте их наличие. Это время немного у вас не займет. Но убережет вас на будущее неприятности. Далее. Вы должны точно знать, каким трубам и как будет подключаться полотенцесушитель. Он водяной. В данном случае мой полотенцесушитель будет подключаться к трубам ППР. Вот для образца. Он будет подключаться. Это куда он будет подходить. И трубом. Вот здесь будет подходить. Для этого для подсушителя необходимо купить переходник, который будет идти, от самого полотенцесушителя. Но если мы напрямую подключим фитинг, угловой переходник с наружной резьбой, если грамотно сказать, то мы увидим, что как он будет у вас крепиться к стене. В принципе, ничего сложного. Все, спасибо.